На самом деле педофилов больше не становится, так считают специалисты. Увеличилась лишь выявляемость подобных преступлений. Дети, подвергшиеся насилию, более открыто рассказывают о своей беде. Стать жертвой педофила можно в любое время суток и в любое время года, говорят психологи. Главное – научить детей правильно вести себя в разных ситуациях, в том числе в незнакомых местах. Существует устойчивое мнение, что педофилы – это больные люди. Это не так. Действуют иногда преднамеренно, иногда спонтанно. Действуют по-разному. Но, мне кажется, эта проблема все-таки лежит не в поле действия педофила, а в поле зрения безопасности самого ребенка и его семьи. Если мы не будем создавать условия для педофилов, то и этого будет меньше. А условия – это одинокие дети, дети склонны к риску, родители, которые не знают, где в этот момент находится ребенок, дети, которые не готовы, например, дать ответ, когда ему предлагают что-то, ну пусть не купить, а подарить. Мы проводили даже некоторые такие с родителями согласованные эксперименты. Если мы придем в 7 вечера домой, ребенок, находившийся дома один, дверь может и не откроет. А если вы придете без 28 перед школой, он дверь с вероятностью 95% откроют. Так показывают наши эксперименты.